У нас порядка 4 миллионов граждан уже получили биометрические паспорта, которые обеспечат сам механизм безвизового режима. И до конца года мы планируем порядка 1,5 миллиона человек, чтобы могли получить паспорта. Несколько тысяч паспортов получают украинцы каждый день. И все равно этого недостаточно. Поэтому сегодня в том числе обсуждали возможности, как сделать так, чтобы в каждом райцентре увеличить количество точек, где граждане могут получить биометрический паспорт, с тем, чтобы сполна получить выгоды от безвизового режима. И, вероятнее всего, фракция будет вырабатывать предложение, как увеличить финансирование и организационные усилия в правительстве и в парламенте с тем, чтобы такое произошло. Государственное предприятие «Документ», которое несколько дней, начиная с пятницы, работает в системе перебоев, благодаря тому, что ключевой провайдер, который обеспечивал эту государственную функцию закрытой защищенной связи, по материалам Службы безопасности Украины подвергается проверкам. Мы не можем на этот процесс влиять в МВД, мы надеемся, что наши коллеги в СБУ достаточно быстро решат этот вопрос с провайдером, и я думаю, что это вопрос 1-2 дней.